Ребят, всем привет. Тут нужно немножко пояснить по автомобилю. Поступила заявка на осмотр, детальный осмотр одного автомобиля, автомобиля Honda Odyssey. И я, когда это услышал, я, честно говоря, так поднапрягся, потому что Odyssey и наш рынок – это слегка такое состояние. У нее была очень интересная привлекательная стоимость, но так или иначе, все равно нужно было осмотреть. А подвох где-то был, потому что стоимость автомобиля, она реально небольшая. Ну, человек на нас возлагает большие надежды, поэтому постараемся не подвести. Поехали. Киев, Honda Odyssey. И, в общем, пошли быстро по осмотру. Значит, заявлено, что у автомобиля крашена левая сторона, по крайней мере, так оно покупало. Сейчас для акта осмотра сразу же зафиксируем все значения, показания. В комментариях много пишут, что я плохо осматриваю автомобили, поэтому я решил в этот раз попробовать слегка новый формат. Посмотрим, как зайдет такой новый формат, и напишите, хорошо это или плохо, удобно, неудобно, продолжать, исключить. В общем, эта информация будет полезна не только мне, а зрителю в принципе, потому что именно вот вы, мой дорогой зритель, определяете, что мне снимать, а что снимать не нужно. За это отдельно большое спасибо. А ну-ка, шпаклевочки. Где шпаклевочка? Ну да, видно, вот. Крыло вот снимали. Нарушена грань на краске. На всякий случай, до 130 это норма. Проемы должны быть чуть меньше в значениях, потому что здесь меньше слой лакокрасочных материалов положен, и это нормально. Да, забыл показать, везде присутствуют надписи с ВИНом. Сейчас я покажу и под капотом, и вот здесь. Дальше под капотом вернемся. Под капотом тоже есть 376, на крыле есть. То крыло мененное, но мы сейчас до него еще дойдем. Показываю, что заводские точки на месте. Все сделано, ну как сделано, не вмешивалось сюда конструктивно. Дополнительного ремонта я здесь не вижу никакого в дверном проеме. Точки упоры все стоят. Открывается багажник. Здесь, конечно, очень такой талантливый, хороший. Можно посадить сюда несколько человек, дать им колоду карт и пусть играются. Проем. Вот эта штука красилась. Дополнительно, возможно, была какая-то царапина на ней. Это не вижу следов покраски. Да. Вот этот проем, он весь не крашеный. Везде здесь все ровненько. Вот тут тоже даже видны следы, как снимали эту штуку. Но это пластик, это не металл. Ее можно даже кисточкой покрасить, оно ржаветь не будет. Я вообще противник покраски только потому, что после того, когда ее красят, получается, что красят это некачественно делают, и потом остаются следы в виде ржавчины. Я говорил ранее не один раз, скажу еще и сейчас. Толщиномер – это инструмент. Инструмент, он, конечно, очень интересный, очень полезный. Он позволяет в дождь, в грязь определить, крашен элемент, не крашен элемент. В дождь этого просто не видно. Ну, как бы сказать, это как миноискатель для минера. То есть в любом случае минер понимает, что где-то есть мина. Вот точно так же толщиномер позволяет привлечь внимание. Если деталь крашена, то нужно там иметь более пристальное, более углубленное внимание. Помимо того, что она крашена или не крашена. Если она крашена в виде того, что там была царапина, и практически без шпаклевки, полностью заполняющим грунтом оно заполнено, ничего страшного в этом нету. Покрасили замечательно, но если там был какой-то жестяк, есть вариант того, что может быть шпаклевка. В шпаклевке тоже ничего страшного нету, если она не просела. Об этом есть уже целая куча видео. Но это может быть только с одной стороны. Все классно. И вот тут вот надо повышенное внимание именно к внутренней части. Имеется в виду то, насколько хорошо и качественно оно сделано. Бампер тоже красился. Это следы от просевшей шпаклевки.
чуть-чуть, совсем чуть-чуть, но есть. Заявлено было битая только передняя левая часть автомобиля. Задняя левая часть, она ни по капоту не пробилась, ни в принципе. И человек по официальной версии этого не знал. Чуть-чуть переход делали, красили. Следов того, что что-то поменяно боковина, я не вижу. По крайней мере, это все ее, это все родное. Закрасили наклеечку. Это вся сторона красилась. Я вижу. Закрасили наклеечку, ну закрасили, да и бог с ней. Здесь проем не крашеный, только он вот здесь вот в этом месте деланный и чуть-чуть выше, где-то вот до, наверное, вот этих пор. И вернемся к крылу. Здесь были повреждения. Вот это вот двойной окрас этого автомобиля. Следов шпаклевки я пока вот здесь вот только уже начинает простреливаться. Но это финишный слой. Вот здесь, видать, какая-то царапина была по этому, потому что вот здесь, ну, совсем чуть-чуть. Для общего понимания, 450 это общий слой до металла меньше, чем полмиллиметра. Купюра в 20 гривен, допустим, или в 100 гривен имеет толщину в 100 микрон. Для общего понимания, чтобы не ужасались от этих цифр, то есть оно делано, ну, так, а как оно тут, как оно тут мы не увидим. Ну, судя по тому, что ржавчина не прострелила. А давно делали? Да нет, она только приехала. Судя по интонации продавца, я понимаю о том, что он знает, что там был какой-то ремонт. Но насколько был он глубокий, я думаю, что он даже не подозревает. Теперь проем дверной. Ну, здесь я тоже особых каких-то вопросов не видал. Все лейбочки есть. По отражению вижу, что они те, которые родные, они не снимались. Я могу их просветить в ультрафиолете, но это нужно темное место. И там уже будет видно следы предыдущего клея. Но его здесь нет. Ну, как оно не снималось. Что касается крыла, здесь тоже видны того, что оно демонтировалось. Но, опять-таки, этого тоже никто не скрывает. К салону вернемся чуть позже. Чуть-чуть увеличенный зазор вот здесь. Если внизу и до приблизительно вот этих пор идет нормально, здесь он слегка увеличенный. Судя по характеру краски, крыло покупалось новое и окрашивалось оно новым. Я же ничего не путаю, но новое было и окрашено оно... Крыло новое покупалось, все, да. Все, верно. Новое, оригинальное. Иногда бывает, люди берут с разборки и тогда... Не было у нас разборок вообще. Я вижу, что это крыло... Так, натяжитель отрабатывает нормально, не подклинивает, все с ним хорошо. Видимых следов потека масла я не вижу. То, что недавно двигатель мылся, следов я тоже не вижу. То есть он мылся, но сказать, что вот он прям вот только что мылся, так точно нет. Потому что есть следы, всякий песочек, пыль и все остальное. То, что в принципе должно быть в процессе эксплуатации. Фары стоят оригинальные. Это чуть-чуть ремонтировалось. Трещины. Видел? Да, видел. Ну, трещина, ты имеешь в виду лакокрасочная? Лакокрасочная пошла уже. Ну, ничего страшного. Это тоже, да? Вот это тоже на крыше видели, да? Хлопушка, я до крыши еще не доходил. То есть легкая хлопушка на крыше есть. Ну да, хорошо тебе, ты высокий. Это я маленький вырос. И еще продавлено чуть дальше. Вот если мы посмотрим. Вот здесь вот. Ну я подниму камеру, поверю тебе на слово, потому что это машина. Пушечка. Вот даже. Потому что по факту эта машина вот, реально выше меня. Лобовое стекло здесь менялось. И по логотипу я показывал, и по уплотнителю. Уплотнитель вставили, но он не совсем ровно висит. Стекло стоит Пилкинтон. Пилкинтон это, ну, можно сказать, лидер по производству листового стекла. Замена лобовых стекол, это, наверное, больше относится к расходникам. Так, сейчас мы загоняем на СТО. Я пока покажу салон. Спереди лежат личные вещи, поэтому вперед я пока не лезу. Окей. Подлокотники не протертые, хотя это надо смотреть больше на задних, там сзади люди больше ездят. А когда после химчистки? Да. Такую химчистку делаешь? Здесь нормально, да, в одном месте есть легкое провисание, вон во втором у тебя за плечом тоже есть легкое провисание. Не-не, ближе к этому. Ближе к ручке. Назад. Вот это, да.
Не, это не провисание, это такая форма потолка. Провисание аж по всей крыше. Ну, вот тоже провисание потолка. Ну, это лечится. Но это все дополнительно. Еще один ряд сидений. Классный, красивый. Крепление под изофиксы есть. Кстати, на всех трех местах, что редкость. Изофикс — это крепление под детское сиденье. Она там трансформер, там несколько положений есть. Так, это элемент багажника. В багажник прячутся сиденья. Кстати, очень удобно, что в багажнике есть только место. И смотрю, крепление сидений обычно вот здесь вот у всех, они ржавенькие. Ввиду того, что там собирается куча влаги, а здесь этой влаги нету. Здесь все хорошо и нормально. Также задние трансформируются, собираются. Состояние руля очень неплохое. А какой у нее сейчас пробег? 97. Классный, большой самолет, шире, чем Volvo, офигительный автомобиль. Вот эта штука очень часто у всех изношенная. Что касается износа самого сидения, здесь легкий тоже присутствует. Шкура не крашеная, слегка просевшая боковая подушка. Здесь все целое, не поломанное. Вперед-назад, вверх-вниз, спинка. И поясничная поддержка. Мне нужно одновременно. Ага. Или вот. Не-не, Сереж, мы ее почитаем потом, потому что сейчас она будет заезжать на СТО. Да, почитаем мы позже. Виталий Сергеевич, мы готовы. Поехали закрываться. На самом деле очень прикольная фича такая, которая бабах и закрылась. Снизу видно всегда больше, чем сверху и под другим углом. Так, ну здесь чуть-чуть не совсем на месте под крылок. Хорошо, так, ничего не течет по амортизатору. Сайлентблок заднего рычага чуть-чуть порепанный, но еще абсолютно целый. Уже могу сказать, что с рулевыми тягами там, по крайней мере с правой стороны, то ли с тягами, то ли с рейками, что-то есть. С колодками у нас... Наверное, вот так надо закинуть. В общем, остаток есть. Тормозные хорошие. Сажи нету, есть вода, значит, катализатор рабочий. Это офигительно. Так, идем по этим аркам. Здесь по этим арочкам. Тут краска не оббита. Ну что, сделано прикольно. Ну, не идеально, конечно, ясен пень. Ой, у вас болтик сейчас отпадет. Опа. Мы соберем назад. Иногда многие люди не понимают вообще, что происходит и зачем мы это делаем. Поэтому я лучше лишний раз прокомментирую. Сейчас положу болтик. Ну, трохи да. Здесь мы видим арку от другого автомобиля. Это не четверть, это не страшно. В этом случае это не страшно. Но парадигма заключается в другом. Этой информации ни на Bitfaxе, ни на Carfaxе, ни на Car Vertical вообще нигде ее не было. И человек о том, что автомобиль был ремонтирован, и узнал после того, когда он уже его купил и приобрел. До этого он этого не видел. Если эта машина останется у вас, вот эти штуки очень рекомендую обработать. Потому что его просто приварили, ага, и, ну, не обработали. Замазать чем-то таким антикоррозийным, потому как будет ей добрый день. Так, здесь нормально, но сейчас я загляну в серединку. Ну, там хоть обработали, там красавчики. Везде обработано, за исключением вот этого вот момента. Тут они, наверное, просто прощелкали, потому что во всех остальных местах оно все обработано. А вот здесь вот надо будет ее посмотреть в багажнике чуть глубже, потому что вот эта вот часть, это с другого автомобиля. Лонжерон вроде бы ровный. Не, лонжерон ровный, так он же какой ты имеешь в виду? Вот этот? Вот этот, да. Это остался старый лонжерон. А вот эта часть самой крыла подкрылка, это с другого автомобиля. Ну, да. Это с донора взяли и варили. Но
Я вижу, нифига я не вижу. Там я снимал, там все родное. То есть это вот этот кусочек, он только сзади вареный. Насколько глубоко, это надо разбирать уже дальше салон, смотреть это по согласованию сторон. На самом деле, в данном аспекте именно осмотренного автомобиля ничего страшного нет, то что там заменена арка. У меня из рекомендаций это все обработать. Почему так? Потому что изрядно поторговавшись, человек принял решение приобретать этот автомобиль, потому что в технически исправном состоянии он очень хорош. Лонжероны у него стоят на месте, повреждения у него были минимальные. Да, были, но тем не менее машина очень недорогая. В общем-то, вот так иногда бывает. Кажется, что машина сварена из кусков. Ну, да, она сварена из кусков, но из кусков не несущих, а из кусочков недостающих, назовем это так, аркой. В данном случае это отделались легким испугом, и ничего страшного в этом нету. По крайней мере, человек принял решение, что ему интересен этот автомобиль. Honda Odyssey он давным-давно ждал. Он хотел именно такой автомобиль. А что касается двигателя, коробки, электронных блоков, один недочет, скажу честно, был с нашей стороны. Мы не обратили внимания, что был заклинивший ремень по этому автомобилю. Вот этого действительно мы не досмотрели. Каюсь, виноват, знаю. Все мы люди, иногда мы ошибаемся. Да, бывают недостатки, и вот одно из них. Но как бы там ни было, все мы живые люди, и я как минимум этого не скрываю. Машина неплохая, несмотря на то, что она собрана из кусочков. Из кусочка. Вернее, есть инородное тело в этом автомобиле. Кстати, инородное тело, у него есть еще и бампер передний, потому что он стоит от комплектации другого автомобиля с машиной, у которой были противотуманки. Поэтому при желании человек может это туда поставить, и ничего страшного не будет. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Кстати, для тех, кто досмотрел видео до конца, большое вам спасибо. И попробуйте угадать, со скольки областей и городов были собраны эти комментарии.